красавчики, пацаны. А хули нам? Я не могу сказать. А где телегу взяли? Нашли в гараже. Знаешь, я не удивлюсь, если это будет новыми нашими кузовами. И что, пацаны, куда дорогу? Куда дорогу держите? Как тебе? В России это пойдет. Мы нашли, блин, в гараже кто? Вот такие новости, блядь. Такая хуйня творится в России, блядь. А что у вас за границей, ребят? Кто может что рассказать?